Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в нашем 5-м сезоне с модом Пиксельмон. И добро пожаловать в 8-ю, вроде по счету, серию. И сразу же хотел бы сказать, что я тут немного разровнял уже территорию, чтобы пометить место, где мы хотя бы будем уже сажать априконы, потому что это уже давным-давно нужно было сделать уже в первых сериях, но что-то это затянулось, если честно. Поэтому нужно это уже начинать делать. Также я тут сделал небольшую дорожку, чтобы было видно, куда, что и как делать. Я, если честно, не знаю, ну, допустим, да? Тут у нас будет... Давайте сначала... Вот так, да? Я просто поставлю. Тут у нас вход, допустим, да? Тут у нас вот так. Тут у нас продолжается тропинка вот эта. Тут тоже продолжается тропинка. Так, вот тут. Вот тут. Сейчас, дайте я посмотрю. Ага, если вот тут и вот тут, то тут мы уже будем сажать априконы. Это, ребята, нужно сделать, потому что это уже запарило. В том смысле, что уже давным-давно нам нужно было это сделать. А я как-то к этому не дошел. Ну, ладно, априконы у нас тут есть, да? В первую очередь давайте черные. Черные всегда нужны, черные всегда самые главные. Тогда давайте 1, 2, 3, 4 у нас будет. То есть 1, 2, 3, 4... Так, тут у нас 9, да? Тут 12. То есть у нас будет по 12. О, уже выросло. И тут тогда сделаем... Тут я не знаю. Так, опа. А, Ща. Что-то я опять не то сделал. Так, этот сюда. Еще тут что есть? Это сюда. Это тогда, фиг его знает, сюда, допустим. Ой, это... Ну, фиг его знает, тут много этих кнопок. Не знаю, куда это все запихнуть. Ну, допустим, да? Ага, понятно. Так, ладно. Тут тогда тоже давайте сделаем 9. Сейчас. Поки. Ух. Как бы это сделать? А прым, вот. Черные есть. Давайте посмотрим красные. Ага, вот. Красные. Нам нужен level ball. Для level ball нужен красный. Для level ball нужны красные. Ага, понял. То есть нам нужно в два раза больше этого, значит, 12 вот этого, 6 красных и 6 желтых. То есть, смотрите, мы собираем 12 черных, потом собираем 6 красных и 6 желтых, и у нас получается 12 левел-боллов. Отлично. Уже более-менее понял, что и как. Так, это сюда, тут у нас 6 будет, и вот сюда, и тут у нас 6 желтых будет. И тут у нас будет вот такая плантация левел-боллов. Тут у нас дальше... Так, это если мы одно место отступаем, то дальше у нас идет. Дальше у нас будет... крылья, ребята, я сделаю в следующей серии. То есть железные крылья я уже сделаю в следующей серии, я говорю сразу. Поэтому не нужно писать: «Эдисон, ты опять забыл сделать железные крылья» и все остальное. Я их сделаю, ребята, в следующей серии. Так, нам нужен Duskball. Duskball. 5-12 черных там нужно. И... и в два раза больше зеленых. Ну, короче. Ладно, давайте. Сейчас. 6 черных нам нужно. Вот тут, да? Ух, нифига себе, потемнело. Так, 6 черных с этой стороны, и с этой у нас будут зеленые. Ща, нам нужно типа спать. И я уже выбрал первого человека, который у нас будет в статую, который получит имя, статуя которого получит имя. Потому что я заметил, что он, ну, всегда комментирует, всегда что-то говорит. Давайте сначала. Я уже ТП-хался? Нет. ТП 20, 75, 340, допустим. О, как раз нормально.
Давайте сначала поспим. И потопаем, потопаем. Априконы мы уже посадили, все, они сейчас будут расти. И музей я потом сделаю, как буду иметь время. Так. Сейчас. И давайте. Первый человек это у нас... как он там называется? Как его зовут? Никита Хижняк. Я поздравляю тебя, чувак. Ты первый, который попал в музей покемонов. И сейчас наш Свамперт, вот, который у нас есть, будет носить... То есть статуя нашего Свамперта будет носить твое имя. Я выбрал его, потому что он был в списке... В первой списке самых активных подписчиков, которые много комментируют, которые ставят лайки. Но... Он уже попал в этот музей, и ничего не мешает попасть вам тоже туда. То есть все, что вам нужно, это активно оставлять лайки, ставить лайки, активно комментировать каждое видео, и вы сможете попасть в наш музей покемонов. Поэтому, ребяточки, не ленитесь, а ставьте лайки, если вы хотите попасть в наш музей покемонов, и чтобы статуя какого-то из нашего покемона носила ваше имя. Так. Отлично. Ну фиг мы, конечно. Сейчас еще и он нас забабахает. Хотя... Опа, нифига себе. Тандер... Ух, Тандерболт. Трикрум, скал. Ну, офигенно. Так, где тут вот эти все ресурсы? Ну, мы же вот так. Давайте это тогда сюда. О, нифига себе, у нас тут тоже еще есть много чего. Тогда давайте вот это все складывать сюда. То есть... Тут у нас будут вот эти шмотки с Пиксельмона, пока у нас нет сундуков и вот этого всего. Априконы мы посадили, имя мы дали. Сейчас покеболу, к сожалению, у нас нету. Поэтому я даже не знаю. Кого вроде я, если я помню, я думал, какого бы второго... Нет, не второго, а третьего покемона словить. И я вроде надумал, что будет у нас Гасли. Я почему-то хочу Гасли. Но сначала, что нам нужно? Давайте подумаем. У нас... Дайте я посмотрю. Да, значит тогда... Хотя, фигня, друзишки, в том, что нам нужно 11 железа для того, чтобы сделать себе крылья в следующей серии. И плюс к тому, нам нужно еще железо, чтобы сделать себе еще одну хилочку домой. Я даже не знаю, дайте подумать, что нам в первую очередь делать. А знаете, что мы в первую очередь сделаем? А в первую очередь мы себе пойдем сделаем... Где у нас тут? Где... А как вообще вот это делать? Я хочу себе, ну, например, я хочу себе клубничечку. Клубничечку, допустим, ее можно кушать, да? А как, например, strawberry seed? Ага. Тогда strawberry есть у нас. Дальше, что я хочу, какую я еще себе хочу сделать? Я хочу сливы себе сделать. Хотя сливы это такое. Томато сид, страубери, замечательно. Могу, ну это я не знаю, это шапка походу или что, или нет? Видео знаю, но просто так выглядит. Нет, вряд ли это шапка. Капусточка, бинс, это нам не нужно, не нужно. Пчелы пока что не нужно. White mushroom. Ну смотрите. Слива, яблоки, клубника, томато. Ну давайте 4 штучки мы пока что посадим, думаю, что будет нормально. Домой. Нужно или телепорт сделать, или еще 260, 75, 240. Еще стекла нужно, еще нужно вот это сделать. Еще нужно нормально так добыть, если честно, шерсти. Я включу гейммод только на секунду и только чтобы посмотреть. Да, я установил мод. Просто хочу, ребят, посмотреть, работают ли моды. Да, я установил мод на быстрее печки, чтобы они быстрее плавили, чтобы, ну, разные другие печки, вот, например, алмазные, вот это все, чтобы потом меньше времени занимало. Так, это у нас есть, хорошо, что я еще установил? Я еще вроде какой-то мод устанавливал, но, как я замечаю в данный момент, прямо сейчас, то, что он не установился и что он не работает. А ну, дайте мне секундочку. Просто я хочу проверить, действительно ли его нету. Smallbot, Selfie Mod, Magical Crops. Да нет, я его установил.
Да нет, я его установил, и показано, что он у меня есть. Хм. Странно, странно, странно. А может, ребята, вопросик, опросик. Могу ли я себе взять гифтбокс? Это не читерство. Этот гифтбокс я могу использовать только один раз. Даже если я их 1000 себе возьму, и даже если я буду в креативе, на один аккаунт можно использовать только один раз гифтбокс. Это как бы подарок на Новый год, и мне кажется, это не будет читерство, если я его возьму, и мне с него выпадет рандомный покемон. Я не знаю, будет, ну, вряд ли это, конечно, будет читерство, потому что это, можно сказать, на подарок на поке... на поке... на подарок на покегод. Что я вообще хотел сказать, я вообще не в курсе, я сейчас не знаю, обкуренный сижу, что ли, на покегод, на Новый год. Как будто уже башка вообще не варит, если честно. На Новый год. О, лодочки, точно. А, подарочек на Новый год, и мне кажется, что это не будет никаким читерством, если я возьму себе подарок в честь Нового года, и он у меня будет, выдастся мне какой-то рандомный покемон. Я не думаю, что это будет читерством. Ну да ладно. Мне и так нужно железо, куда ни крути. Мне нужно себе... Мне нужно сделать. Что мне нужно сделать? Мне нужно сделать ножницы. И плюс к тому мне нужно кучу... О, сейчас, ребята, я что-то забыл. А, мне нужно сделать ножницы, и плюс к тому мне нужно сделать еще кучу всего другого железа. И поэтому, я не знаю, может пойдем в шахту, ну, прям на пару секунд, потому что, ну, хотя бы добыть, ну, приблизительно... 20-30 железа. Если мы добудем 20-30 железа, то нам хватит на какое-то время. И больше нам не нужно будет туда возвращаться. Потому что нам нужно сделать ножницы, нам нужно еще что-то сделать. Нам нужно крылья сделать, на которые пойдет только 11 железа. Так. Это сюда. Это можно выложить. Это тоже можно выложить. Это тоже можно выложить. Это тоже можно выложить. И вроде все. А, нет, вот еще. Это сюда. Так, давайте еще тогда... Ой, нет. Вот это и вот это заберем. Ага, отлично. Так. Дайте подумать. Железо нам нужно. И то, что я хочу, как я сейчас взял вот эти саженцы, чтобы себе сделать яблоки, вот это все. Если честно, даже не знаю, куда нам это сделать. Ну, например... Например, тут у нас уже вот это стоит, да? Тут у нас стоит плантация. Сейчас. Тут где-то центр должен быть. А где центр, вот это я не знаю, потому что мне нужно дерево, железо, чтобы сделать тут вход, точнее, вход с этим, как его, с листвы. А чтобы листву срубить, нам нужно железо. Железо мы можем добыть или с павниардов, или с бишарпов, но в данный случай я не знаю, где они находятся. Потому что мы еще не нашли точку их спауна. В этом-то и беда. Поэтому нам нужно сейчас... Или нам сейчас повезет, и их точка спауна будет вот тут. Так, хренакнулись мы сюда. Или их точно... О, я тебя тоже хочу словить, но... Или их точка спауна будет где-то тут, потому что тут горы. Сейчас мы посмотрим, нету ли тут нигде гравия, чтобы они тут спавнились. Или они будут тут... Или нам и так нужно будет пойти за железо. Потому что оно нужно, ребята. И как ни крути, если мы сейчас не пойдем, нам нужно будет потом идти. Потому что рано или поздно нам и так туда нужно идти. А чем быстрее мы пойдем, тем быстрее мы закончим. Можно и так сказать. Так. Don't farm. Тебя всегда куча опыта падает почему-то. Ну так, не прям очень, но нормально. Так. О-хо-хо-хо! Нифигасеньки. Нифигасеньки, ребята, мы еще нашли одну деревню. А тут есть вот та фигня. Жалко нету. Тут нету того дома, в котором спавнится сундук. Хреново. Да, даже на карте его нету. Ну ладно. Давайте тогда где-то вот тут спустимся в шахту. То есть нам нужно... Ну, давайте 20 алмазов. То есть, если мы спускаемся в шахту, нам 100% нужно выключить шейдеры. Потому что шейдерами это будет очень хреновенько.
ничего и не видно будет, и вообще. Поэтому давайте спустимся. Небольшой поход в шахту, то есть мы сделали себе место посадки априконов, это уже офигенно. Я не знаю, будет тут шахта, если вот так копать, но нужно попробовать. Если нет, то пойдем куда-то в другое место. Мы себе сделали точку посадки априконов, то есть они уже там растут, и мы уже знаем, что мы можем в ближайшее время уже себе делать покеболы, что очень офигенно. Мы дали уже первой нашей статуе имя человека, который активно всем вот там занимается, можно и так сказать. На какой мы уже высоте? Нифига себе, хрен, тут шахта какая-то будет. О. Да. Шахта, конечно. Класс. Ладно. Нет, так нет. Идемте куда-то вот сюда. Где тут вообще что-то есть путевое? Вот там что-то. Да, вот там. Давайте туда сбегаем, что ли. Опа, это что такое? А какие деревья в саванне... Да, в саванне растут. А это что вообще? Мне интересно, какие деревья в саванне растут. То есть мы там что-то находили. Но я не помню, что там волна. А я не помню, что там вырастает. То есть может там какие-то еще прикольные вот эти... вырастают. Овощи. Овощи. Это что такое? Овощи или фрукты, там что там растет? Не знаю, что это. Опа, сливки, сливки, сливочки. Сливочки нам нужны, ребята. С них можно нормально нажраться. Хотя я их еще не кушал ни разу, но я так думаю, что можно нажраться. Офигенный мод. Я действительно советую вам, потому что... И разнообразивает игру, и интересно с ним играть. Но ладно, сейчас не о том, а пойдем мы быстренько. Тут есть какая-то шахта? Нету шахты. Нам нужно пойти, если мы добудем 20 железа, я уже железо вижу. То есть у нас есть 12. Если у нас будет около 30-40, то это будет уже офигенно. Я там вижу кучу железа, которое уже нормально нам придаст. В том смысле, что намного больше мы соберем. Так, что еще можно выкинуть? Потому что тут куча всего, я даже не знаю. Это можно выкинуть. Это быстренько мы собираем. Так, давайте, давайте. Ну все, смотрите, вот все. Мы уже добыли себе нормальное железо, и нам уже хватит и на что? И на крылья, и на ножницы. И потом может еще. Я не знаю, там... Ну вот, точно. Еще на что нам нужно железо, это... на лечилочку, которую нам нужно будет сделать тоже для нашего второго дома. Ну как, для нашего дома. А то в первом доме что-то... Даже это не дом, а мы просто в деревне живем, поэтому никакой это даже не дом. Так, отлично. И сейчас еще вот это соберем. Фу, пожалуйста, чтобы тут был какой-то проход или фосил. Да, что или какой-то проход, или фосил. Вообще, да, не наглый, ничего, как раз нормально, проход или фосил. Но, как назло, нету ни того, ни того. Даже вот крылья в таких ситуациях помогают. А я не знаю, нужен ли нам алюминий, если честно. Но все же, мне кажется, добыть можно, не помешает в дальнейшем. Я действительно, ребята, тут играю без шейдеров, потому что шейдерами в шахте ходить вы сами должны понимать, что это за хрень, да? И вот, даже крылья помогают. Действительно, крылья вообще помогают. Тоже офигенный мод. Везде, где нужно, они помогают. Ты не падаешь, не можешь умереть. И сможешь даже быстро подняться. Они, конечно, не очень скоростные, но все же. Смотрите, как мы плавно спускаемся в шахте. Так, да все, нам уже даже вот этого железа хватит, мы уже можем сейчас тупо уходить, да и все, если тут прохода не будет. А прохода тут не будет, потому что шахта прям божья шахта, или кого эта шахта, не знаю, кто создавал вот эту шахту. Мир, спасибо тебе за такую генерацию офигенную, потому что шахта прям офигенная. Так, ой, я наши старые шейдеры включил. Так, вроде вот сюда. Быстренько поспим. Фу.
Так, отлично. Сейчас, дайте мне пройти. Во-первых. О, нифига себе, еще еда тут есть. Так, это сюда. Давайте еще вот это сюда. И 14 железа. Замечательно. Сейчас ножницы. Это что такое? Берон буллет. А, понятно. Пуля, да? Так. Все. Нам нужно еще сделать 1, 2, 3, 4. Сейчас. 1, 2, 3, 4. Замечательно. Бам-барам-бам-бам-бам-бам. И вроде все. О, у нас еще есть 20 шерсти, нормально. Так. Нужно уже сундуки себе делать, потому что это не дело. А у нас есть саженцы, например. Я помню, у нас где-то они были. Две штучки. А, это еще можно точно сюда поставить, а тут место занимает. Саженцы две штучки. Есть. Замечательно. Есть саженцы. Отлично. Так, вроде все. Мы можем уже... Опа. Старавия. Если ты, конечно, не улетишь, и мы успеем к тебе подобраться, зараза, то будет офигенно. Ага, видите, как дернулась? Иди сюда, паскуда. Быстро. Не, ну как это вообще реально догнать? Ну смотрите. Дура! То есть тебе проще в воде утопиться. Да какой мечикап? Тебе проще в воде утопиться, чем в бой ступить. Офигеть. Так, отлично. Да даже водным покемоном мы летающего убиваем с пару ударов, что очень офигенно. Вот. Чтобы выкинуть. Ну и так. Все я подобрал, вроде все. Сейчас. Домой. Сейчас, это тогда сюда мы быстренько. Это тоже сюда мы быстренько. Ножницы сюда, и нам нужно чуть-чуть, прям очень-очень-очень чуть-чуть. Да, о, хотя не, нормально, ты нормально на нас напала. Спасибо даже. Так, разгончик. И даже мы сейчас рапидашев еще быстренько зафигачим. Давайте вылечимся, потому что далеко находится хилка. 43-й рапидаш. Ух, ну да. Пикачу не вариант. Еще раз. Отлично. Так. Быстро. Да все, уже хватит, но давайте уже не будем оставлять так двери. Двери, я что я хотел сказать. Дерево. Ух. На полу ободранное листьями. Без листьев. Это не очень. Опа, еще яблочко тут было. Замечательно. Все, мы можем возвращаться. Так, разгончик. Фу, смотрите, какой у нас прыжок большой. Как мы перелетели. Сейчас, что я хотел. Дайте я посмотрю, как я хотел это сделать. Допустим, вот так. А тут не лучше будет, если вот так, например. Да и все. А тут смотрите. Ну. А тут. Я не знаю. Это может убрать. Может так лучше будет, красивее. Вот. А тут я для этого заборчики и сделал. А тут, например, вот так. Мне кажется, красиво. Мне нравится. Я не знаю, как вам, но мне нравится. Вот так. Опа, значит, еще вот тут. И вот такой у нас вход будет. Тут еще нужно сделать. Нам нужно сначала сделать вот так. Отлично. А куда бы нам вообще этот верстак? Давайте куда-то... Нет, не сюда. Давайте, я не знаю, ну... Сюда нет.
Хотя даже если честно, еще не знаю, где тут что будет находиться, поэтому пофиг. Так, замечательно. И такой у нас тут вход будет. А может вот тут? А тут мы сделаем двери. Ага, если бы у нас место было, да, в инвентаре, то сделали бы. Так, это тогда сюда мы быстренько. И, ну, например, я не знаю. Нет, точно не вот тут. Прям точно. Наверное, лучше... Ну, что вам сказать? А может... Ща, я только хочу посмотреть. Может, будет лучше, если... Да, если они внутрь будут открываться. Ну, нормально. Пускай пока что будет вот так. Вот такой у нас домик получается. Ну, как домик? Пока что только вход. А приконы? Это не наш. О, замечательно. Замечательно, мы это уже можем сюда рассадить и вот сюда. У нас есть... Я выкинул. Выкинул нашу травичку, то есть грязь, которую можно сюда было поставить. Еще есть Я их... А, нет, вот тут все посадил нормально. Эти не растут, хотя мы можем даже вот так сделать. Зелененький, можно собрать. Собрал. И можно его куда-то сюда посадить. Ну ладно, не будем этим париться. Вырастет, вырастет. Не вырастет, подождем. Тогда еще знаете что? Хотя нет. Не буду я пока что тут ничего делать. Пускай будет вот так. В следующей серии мы сделаем себе крылья. Сначала мы пойдем вот сюда. И уже давайте... Ой, где-то я. И уже давайте заберем алюминий и вот это. Еще это не пережарилось полностью. Вот так еще давайте. Хотя это уже все. Так. Ну. Отлично. В следующей серии я не знаю, сможем ли мы кого-то словить, но мы будем уже стараться ловить больше покемонов и уделять внимание пиксельмону. Ну, больше времени уделять пиксельмону, потому что нужно уже ловить покемонов, а то у нас только два. Но... Просто то, что, знаете, нету у нас покеболов, поэтому в данный момент мы их никак не можем словить. Но, что нам нужно для того, чтобы делать покеболы? У нас есть вроде алмазный молоток, который нам выпал с босса. У нас есть наковальня. Алмазный молоток где у нас? Вот он. У нас есть наковальня. Это можно уже сюда поставить. Хотя нет, это можно забрать. У нас есть наковальня, и все, что нам нужно в данный момент, это... Хотя железо же... Твою мать, а... Железо же тоже нужно. В том смысле, чтобы делать болы, нам же тоже нужно железо. Ну ладно, давайте с этим потом разберемся. Давайте, ребятушечки, на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте активно, чтобы ваше имя занял наш Пикачу. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.